самое интересное, лучшие моменты регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ по версии тележурнала «Вид сверху». Внимание на экран! Десятое место. Брейси Райт, «Красные крылья», взлетает над кольцом «Смоки Минск». Такой вынос мяча стал визитной карточкой для Самары, а Брейси Райт задал тон. Девятое место отправляется в Сибирь. В начале сезона Енисей грохнул «Локомотив», а Вячеслав Зайцев сделал победу красивой. Красноярск, Енисей. А вот и главный герой первой части чемпионата – Рэнди Калпепер, «Красный Октябрь». Малыш из Поднебесной делает постер Антону Панкрашову. Оба игрока сменили команды по ходу сезона, но этот момент мы запомним как противостояние «Красного Октября» и «Красных Крыльев». И мы никому не скажем, что этот бросок засчитан не был. Джереми Парго в хит-парад попадает реже, но делает это не менее эффектно. Томагавк данк через защиту «Красного Октября». Джереми Парго, ЦСКА Москва. Седьмое место. И вновь «Красный Октябрь» в хит-параде. Виктор Катберт в овертайме с «Смоки Минск» приносит первую в истории Волгограда победу в лиге, а момент запомнился обнимашками. Играющий президент «Октября» Дмитрий Герасименко задушил в объятиях главного тренера команды Валентина Берестенева. И мы уже подобрались к пятому месту нашего хит-парада. И вновь начало сезона. Владимир Веремеенко этим данком демонстрирует всю мощь амбиций казанского «Уникса». Тогда был повержен «Локомотив», а сейчас «Уникс» в числе главных фаворитов сезона. Четвертое место. И вновь Калпепер. На этот раз малыш зажег огонь страсти в защите. Блокшот наотмашь. Рэнди, отойди от моего кольца, Калпепер. Этот парень уже покинул «Красный Октябрь» вместе с призом зрительских симпатий. И вот пьедестал нашего хит-парада. Мариус Рункаускас, «Нептунос». В матче со «Смоки Минск» он набрал 40 очков, забил 10 трехочковых. Но третье место досталось благодаря броску, который принес победу в матче. Вот что такое уверенность в своем броске. Мариус Рункаускас, «Нептунос». Второе место и еще одна победная треха. Энтони Фишер, Красноярск, Енисей. И именно этот бросок вывел сибирский клуб в плей-офф Единой Лиги ВТБ. Мяч не врет, впереди игры на вылет. Энтони Фишер, Енисей. И главный момент регулярного чемпионата, а может быть и всего сезона. Джеймс на все руки мастер Агастин. Химки, Московская область. Последние секунды матча с ЦСКА. Перехват, два шага и победная треха. Невероятное противостояние за первое место в группе Б Единой Лиги ВТБ закончилось этим броском.